Добрый день, дорогие друзья! А у нас сегодня появилась возможность попробовать поуправлять байдаркой. Мы приехали на пруд, погода испортилась, но нас это не остановило. И у нас исполнилась еще одна мечта – поуправлять байдаркой. Мы идем быстро, но на лодочке с моторчиком, можно даже без моторчика, а лучше на катамаранчике с рулем, не с рулем, а с рулем. 6 человек бегут, а один рулит, вот, ну все. У нас Лиза рулила и Герман рулил. Ну Герман, все ему тяжело, он прям прозевает, потом надо выруливать. Первый пробный выход на воду. Ну что, как? Нормально. Вот тут из середины вода бежит прямо туда. Да? Все, туда поплывем, нет? Что? Нет, нет. Давай поменяемся. Здравствуйте. В машине спасжилет. Ну что, удобно в этом углу? Я сегодня вот первый раз одела. Тяну очень медленно идут с парусом-то.
моторчик маленький, говорю, что там две лошадиные силы. Я это кое-как разглядел. Мы, наверное, быстрее их идем на веслах, да? Или так же? Я вам привет. Привет. Как там покупались? Да хорошо, ну когда попрохладнее, чем вчера съездили, замечательно как. Что-то быстро накупались-то? Было нормально. Нормально. Ну не целый день, я имею в виду. Ну не целый день, а там что-то вообще все затянуло, там все затянуло вообще в круг. Не это, я говорю. Мы и так-то уже начали подсобироваться. А солнышко вообще нету, так это все равно не так комфортно. Руки устают. Грести-то сильно. Вдвоем нет, согласен. Ксюша, отходи. Ксюша. Ну что, меняться будете? Я потом. Садись. Саша, одевайся. Ксюша, садись. А тогда... Ксюша, держи Сашу с этой стороны. Лизал, как тебе не очень? На лодке лучше? Или на катамаране? Что? Это не забывай делать. Я на лодке такой кинул. Я бы сам. Александр, спасибо. Они же покататься садятся, а не грести. Повешать.
думала, он же просто сейчас. Можно тут еще покататься, не катайся. Обрести как. Рыбы там на песчаном интересно. То ли окуньки, то ли ёршики. Такие вот прям большие. Красные, прямо это видно. Плавают вот тут. Подкожники, да? Тигрыги добрый. Вот тебе вот я по глазам видно, что ты добрый. Добрый. Да что на кого ты? Так на кого ты? Тише, тише. Какая это порода? Карлик Кердрей. И не выговоришь. А это лабрадор. Вот это старый. Да, он старше меня. Ему 12. Тише. Ну ты борьбой. Вот такой. Да, о, привет. Джесс. Тебе плохо ходит, то долго. Да, он. Задние лапы был кое-как тащишь. Мы его хоть каждый день меняем, но каждый день не меняем. Тише. Джоз, пошли домой. Джоз. Это вы вместо такого теперь такую охрану завели, да? У нас еще две дома сидят. А что так мало? Не знаю, еще одну брали. Еще одну будете брать его? Батюшки. Ну-ка, а вам, Стеша. А вам котят не надо? Нет. У нас котята лишние. А у нас они тоже нет. Познакомилась с нами, ты тетя Фешка. Все, всех облаяла. Ну, выходила куда-то, вон стоит наверху.